Всем привет! Представляю новый мелодраматический сериал под названием «Любовь». Возлюбленный Лиды Игорь – молодой ученый, ради счастья которого она готова на все. Даже взять кредит под залог квартиры ради его обучения в аспирантуре. По просьбе Игоря Лида бросает работу и едет с ним в Москву. Однако, устроившись в столице, он закручивает роман с дочкой ректора Алиной. Игорь бросает Алину в тот день, когда узнает, что беременна от него. Для Лиды начинаются тяжелые времена. Она берется за любую работу. И судьба приводит ее в дом супругов Анны Аркадьевны и Вадима Юрича. Лида устраивается к ним домоработницей, не подозревая, что Алина их дочь. А сам Вадим внезапно влюбляется в Лиду, которая готова ответить ему взаимностью. Премьера сериала «Любовь» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже.